Этот год богат на 13 число, которое выпадает на пятницу. Несчастливый день будет в феврале, марте и ноябре. Однако опрос среди пользователей портала города Рассказово показал, что 50% считают, это обычная пятница, рабочий день окончен. 23% не верят ни приметам, ни суевериям, а уж тем более пятница 13-е. 9% опрошенных считают, что страшновато, так как предстоит пережить еще несколько таких дней. Другие ответы полны оптимизма. Неважно, какого числа пятница, главное, что потом выходной. Будет отговорка. Если что-то не получится, пятница 13-е. Ох, мой любимый денек! Исторические факты, в которых упоминается число 13, приписывают таким событиям, как Тайная вечеря Христа. Известно, что Иисус был распят в пятницу. Многие христиане считают, что это была пятница 13-я. Британцы решили назвать один из своих кораблей «Пятница 13-е». В свой первый рейс он отправился в одноименный день недели и число. С тех пор о нем ничего не известно. В древние времена люди были очень суеверными и в этот день никогда не проводили приемы или праздники, отменяли переговоры, не заключали сделки, не выпускали корабли в море. Но есть и обратная сторона медали. Например, для известного шахматиста Гарри Каспарова, который в свое время выиграл первенство мира по шахматам со счетом 13-11 и стал 13-м чемпионом мира. Один из лучших мировых асов – Александр Покрышкин. Его бортовой номер, первой аэрокобры, был 13-м. Психологи считают, что пятница 13-е – обычный день, а неприятности случаются с теми, кто боится его и осознанно ждет несчастий.